В избирательной комиссии Тверской области состоялось вручение удостоверений депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Их получили победители прошедших выборов Владимир Васильев и Юлия Саранова. Председатель избирательной комиссии Верхневолжья Валентина Дронова передала теперь уже официально зарегистрированным народным избранникам их мандаты, пожелав успешной работы на благо страны и Верхневолжья в Государственной Думе России нового созыва. В свою очередь Владимир Васильев поблагодарил всех работников избиркома за работу на выборах. Благодарю вас всех, кто работает в избиркоме, помогает. Спасибо большое. Вы создали такую хорошую атмосферу, которая была приятно работать. Спасибо вам за это. Оно скромное, утвержденное Центральной избирательной комиссией, но уже когда приступите к работе в Государственной Думе, там уже будет другое удостоверение. Напомним, что первое заседание Госдумы нового созыва назначено на 12 октября.